Перед каждой растяжкой необходимо тщательно разогревать свои мышцы. Первое упражнение. Бег на месте с захлёстом голени назад. Старайтесь стопой тянуться к ягодичной мышце. Выполняем упражнение в среднем темпе в течение 2 минут. Дыхание произвольное. Второе упражнение. Мы выполняем бег на месте с высоким подниманием бедра. Выполняем упражнение в среднем темпе в течение 2 минут. Дыхание произвольное. Переходим к следующему упражнению. Мы выполняем прыжки на месте. Выпрыгиваем с двух ног за счет работы голеностопов. Приземление должно быть мягким, дыхание произвольное. Выполняем упражнение в течение 1 минуты.
Переходим к следующему упражнению. Мы выполняем махи в стороны. Исходное положение, стоя у опоры лицом, руки на опору. Выполняем отведение ноги в сторону. Сначала выполняем упражнение на правую ногу в течение 1 минуты, после чего переходим на другую ногу. Дыхание произвольное. В конце восстанавливаем свое дыхание и слегка растягиваем стопы. Если вы чувствуете, что недостаточно разогрелись, повторите данный комплекс. Прыжки на месте. Исходное положение стоя. Руки вдоль туловища. Выполняем прыжок, ноги врозь. Руки через стороны вверх. Делаем выдох. С прыжком возвращаемся в исходное положение. Выполняем это упражнение в темпе выше среднего в течение 2 минут.
Переходим к следующему упражнению. Исходное положение – стоя, руки на пояс. Выполняем прыжок, ноги врозь. Стопы и колени в стороны. Слегка подсаживаемся, делаем выдох. С прыжком возвращаемся в исходное положение. Выполняем упражнение в темпе выше среднего в течение 2 минут. Сидя на полу, спина ровная, прогибаемся в пояснице и сводим лопатки. Ноги максимально разгибаем в колени, стараясь пятки слегка приподнять от пола. Работаем стопами. Сначала максимально натягиваем стопы на себя, потом максимально от себя, стараясь пальцами тянуться к полу. Следите, чтобы колени не сгибались, а ноги все время были напряжены. Выполняем это упражнение в течение 30 секунд, после чего добавляем разведение и сведение стоп в сторону. Старайтесь мизинцами касаться пола. Возвращаемся в исходное положение. Выполняем это упражнение в течение 30 секунд.
Обратите внимание, что обязательным в выполнении этого упражнения является ровная спина, поясница прогибается вперед, лопатки собраны. Выполняем наклоны корпусом к правой ноге, вперед и к левой ноге до легкого чувства дискомфорта. Старайтесь, чтобы плечи были параллельно ноге, колени не сгибались, а поясница не округлялась. Мы выполняем провороты в тазобедренном суставе. Повторяем это упражнение в течение 1 минуты. После чего фиксируем положение по 1 минуте вперед, к правой ноге и к левой ноге. Дыхание произвольное.
сидя, правая нога выпрямлена, левая согнута в колени, стопа возле правого колена. Старайтесь согнутой ногой касаться пола. Спина и поясница ровны, лопатки собраны. Ровным корпусом тянемся вперед. Следите, чтобы колено ровной ноги не сгибалось. Согнутая нога не отрывалась от пола, а поясница была ровной. Мы растягиваем группу мышц задней поверхности бедра и икроножные мышцы. Выполняем это упражнение по минуте на каждую ногу. Дыхание произвольное. Ноги согнуты в колени, стопы соединены. Обратите внимание, что обязательным в выполнении этого упражнения является ровная спина и поясница, слегка прогнутая вперед. Выполняем пружинные движения, стараясь коленями коснуться пола в течение 1 минуты. После чего фиксируем положение ногами и ровным корпусом наклоняемся вперед. Дыхание произвольное.
на коленях. Левая нога вперед, правая образует угол 90 градусов. Растягиваем заднюю поверхность бедра и подколенное сухожилие. Корпус наклоняем вперед, собираем лопатки и прогибаемся в пояснице. Через каждые 30 секунд слегка продвигаемся вперед. Достигнув максимального положения, фиксируем его на 2 минуты, после чего переходим на другую ногу. Дыхание произвольное.